Приветствую всех фанатов современной донной ловли. Это я, ваш Алексей Фадеев. На пороге конец лета 2015 года. Остались буквально считанные деньки до финиша августа, и вот-вот начнется сентябрь. Я не мог упустить возможности в летнее время отправиться на свою любимую реку Волга, которая находится в Чувашии, попробовать половить разнорыбицу, ну и, возможно, крупного леща. Место, куда я приехал, это точка вблизи городского пляжа. Кстати, я удивлен, что многие люди еще купаются, вода-то уже реально холодная, на ощупь так не очень-то приятно, такой холодный душек. Но моржевание еще никто не отменял, и многие, наверное, пытаются получить последнюю радость от контакта со свеженькой холодненькой водичкой. Ладно, ухожу от темы, возвращаюсь лучше к ней. Это культовое место для всех доночников Чувашии. Сюда с весны по октябрь приходит масса в основном доночников. Ловят здесь совершенно разнообразные виды рыб. Весной здесь ловят карася. Потом сюда выходит лещ, густера, плотва. С середины лета начинает ловиться сазан, начинает ловиться трофейный лещ. Под закат лета потихоньку начинает выходить сюда хищник. Вообще, такое многообразие видов рыб, наверное, связано с тем, что здесь неподалеку от берега находится крупная яма. Зимовальная она или нет, я, честно сказать, не знаю. Но знаю, что яма эта является естественным укрытием, жилищем для вот всех этих пород хищных и нехищных видов рыб. Есть только один маленький нюансик. Нюансик таков, что вот все об этом говорят, все доночники, то есть не только я. То есть если есть течение в Волге, то есть если есть хорошая тяга, поток, если шлюзы работают, то тогда рыба ближе подходит к берегу и вообще активнее кормится и ловится. Если течения нет, то рыба находится на достаточно серьезном удалении от береговой линии и проявляет очень слабую активность. Вот последние недели происходит очень сильный сброс воды каждый день, особенно со второй половины дня. Порой вот это место превращается в настоящее болото. Я надеюсь, что сегодня такого не будет. И вообще со второй половины дня обычно, часто последнюю неделю-то вырубается клев. Но в любом случае, я не думаю о плохом, я верю в хорошее. Я могу сказать, что место это реально очень крутое, очень рыбное, но оно способно принести очень конкретные такие сюрпризы, заставить человека поразмышлять, подумать, поработать. То есть здесь никто никогда не расслабляется, и в принципе никто никогда здесь не получал рыбу просто так. То есть на тебе вот золотой возьми, ты такой хороший. Нет, все тут потеют, все тут кидать приходится каждый раз далеко. Потому что в основном дистанция ловли где-то начинается от 40 метров. А чаще всего это четкий полтинник и чуть дальше. Итак, уважаемые, смотрите программу «Школа донной ловли» Алексея Фадеева. Наслаждайтесь рыбалкой на реке. Спасибо вам, что смотрите. Что же сегодня я буду предлагать рыбе в качестве кормовой смеси? Сегодня я буду предлагать свою авторскую прикормку. Прикормку, которую я сделал вместе с великим спецом поплавка, мастером мормышки, мастером поплавочной удочки, чемпионом России. Кстати, человеком, который стал чемпионом России в командном зачете по фидеру Александром Дунаевым. И обладателем Кубка России. Саша, тебе отдельный респект. То есть я буду сегодня ловить прикормками серии Дунаев, Фадеев, Фидер Series. Первый мой состав, то есть первый микс, это прикормка, которая называется Фидер Брем Ривер. Прикормка, заточенная исключительно для ловли леща на реке. Ее особые качества, это мелкий помол, богатый комплекс ингредиентов, то есть здесь есть все виды зерновых, бисквиты, здесь есть панировочный сухарь двух видов, то есть очень богатый рецепт. Но одна из сильнейших таких вот
особенных черт данного состава – это ее ароматика. Здесь очень сложный кленово-льняной запах. Плюс немножко бисквита. Я считаю, что вот эти ароматы являются натуральными, естественными и удобоваримыми лещами, ароматами практически на всех водоемах. Ну, особенно как бы на реках. Это первый состав. Вторая прикормка. Новинка 2015 года, которую многое время люди ожидали. Просили, кстати, чтобы она вышла как можно быстрее. Это черный лещ. Black Feeder Bream. Прикормка, имеющая тоже очень неординарную ароматику. Ароматику цитрусов с пряностями. Плюс немножко здесь есть такого особенного тоже запаха бисквита. Немножечко конопли. То есть это состав такой очень сложный. Но создавался он изначально для того, чтобы ловить рыбу на мелководье, ловить рыбу в холодное время года, ловить рыбу чрезвычайно аккуратную и осторожную. То есть темный цвет, он не создает контрастных пятен на дне и в максимальной степени, как сказать, приятен рыбе внешне, потому что очень часто, когда светлое пятно в прозрачной воде, рыба на это очень негативно реагирует. По большому счету, эту прикормку я использую очень часто как базу, да, то есть как основу, потому что, вот, как показала практика, вот везде я и на озерах уже ее пробовал неоднократно и ловил с этой прикормкой здесь у себя в Чувашии на Волге, пробовал эту уже прикормку на других реках, и она везде работает. То есть фактически можно ей как базой ловить и больше ничего не добавлять. Но вот в комплексе с классикой жанра, вот с таким так называемым целевым продуктом для ловли леща, как и этот, собственно, они очень здорово работают. Причем черный лещ очень сам по себе здорово красит другие корма, то есть получается такая серо-землистая прикормка, такая липкая, если ее хорошо увлажнять, тяжелая и инертная. Все-таки ловить мы будем на глубине свыше 9 метров, наверное, даже, скорее всего, на десятки, и нам важно, чтобы корм максимально приклеивался ко дну, намазывался, как говорится, на него, чтобы создавалось максимально локальное кормовое пятно. Вообще, само по себе у этих кормов своя ароматика очень самодостаточная и очень, ну, такая ощутимая, да, то есть, поэтому готовить смесь я буду в чистом виде, не добавляю туда ни капли какого-то специального ароматизатора. А если уж будут какие-то капризы у рыбы, то тогда я буду ароматику естественную, которая есть в этих прикормках, разгонять какими-то другими аромами, возможно, российского, да, или, возможно, зарубежного производства. Но это не факт. Просто, как показала практика, на Волге сейчас, вот в данное время, да, уже когда вода похолодала, не стоит очень сильно экспериментировать и злоупотреблять очень сильными ароматизаторами. Все пусть будет такое нейтральное, ровное, без каких-то таких вот резких, таких жестких акцентов. Потому что все-таки здесь рыба дикая, здесь рыбу в основном забирают, да. Поэтому здесь момент поймал, отпусти навряд ли присутствует, особенно он у местных доночников. Поэтому не надо здесь вот жесткими ароматами пытаться удивлять рыбу и дяденек, тетенек вокруг, потому что когда начинаешь что-то тут лить, сыпать, тут люди начинают думать, что здесь какая-то или шоколадная фабрика, или мармеладная, ой-ой-ой, чем так вкусно пахнет. Не надо. Удивляйте себя именно лучше дотошностью приготовления смеси. Ладно, это все мои размышления вслух. Займемся процессом приготовления корма. Покажу, как я это делаю. Кстати, очень важное правило, ребята, не оставляйте за собой мусор. Все это некрасиво, когда мешки валяются, все это потом в воду попадает. Поэтому высыпали прикормку из пакетиков, положите куда-нибудь себе ее в сумку рыболовную и потом довезите до мусорки, вам и люди, и рыбы будут потом благодарны. Ладно. Итак,
Хочу сказать следующее, что все мои составы авторские разработаны таким образом, что они очень здорово впитывают воду. Поэтому вот даже 2 килограмма сухой смеси способны забрать воды почти что 1 литр. Начинаю увлажнение следующим образом. Я беру 300 миллилитров воды, ну, пересыпал 2 килограмма прикормки, лью воду. После этого я перемешиваю. На первичной стадии, когда вы заливаете воду, может сложиться такое впечатление: о, смотрите, она уже типа готова. Нет, прикормки вот этой, вот данному составу, общее время приготовления нужно порядка 30 минут. И вот за этот период времени, чтобы сделать ее чисто речной, рассыпчатой, чтобы все частицы хорошо забрали воду, тяжелой, раскрыть ее именно ароматические свойства, нужно не менее 30 минут и порядка, я уже говорил, почти, может быть, 700-800 миллилитров воды. Вот я сейчас 300 влил, можно для ускорения еще 200 влить. И дать прикормке настояться практически 20 минут. Вот. А пока прикормка у нас набухает, пока она у нас впитывает водичку, соединяется, приобретает правильную ароматику, мы возьмемся за разбор снастей и другого оборудования. Вот. Оп. Пока прикормка готовится, следующее действие – это поиск перспективной точки на дне водоема. Наш водоем – это река, поэтому найти здесь место, думаю, будет немножко посложнее, чем на озере или на пруду. Во-первых, потому что дистанция однозначно – это дальняя, и во-вторых, на этой дальней дистанции нужно найти какую-то аномалию, какую-то неровность, какой-то бугор, возможно, бровку, ракушечник, камни. Я убежден в том, что какая бы уникальная ни была прикормочная смесь, какими бы полезными и питательными свойствами для рыб она не обладала, если ее положить туда, где нет рыбы, то есть свойства этой прикормки будут аннулированы. Поэтому ловить нужно только там, где рыба точно есть. А есть она в местах естественных миграций. Конечно, вычислить это в каждом конкретном дне достаточно сложно, но есть какая-то типа азбука. То есть рыба держится на свалах, в нижних точках ям, на бровках, в местах, где есть какая-то растительность, в местах, где есть какие-то, возможно, даже там укрытия в виде бревен, камней, там больших валунов. То есть рыба же живое существо. А что живому существу нужно? Чтобы было питание, чтобы было спокойно, чтобы было течение поменьше, чтобы ей там было комфортно находиться, чтобы кислород был, естественно. Рыбаков, которые практикуют на реках, лучшее место – это найти бровку, так называемое место, где начинается уход в глубину, свал или яма. То есть найти яму, точку я ищу с помощью своей рабочей удочки. В обязательном порядке, чтобы на шпуле рабочей удочки была плетенка. Желательно, чтобы плетенка имела хорошую разрывную нагрузку. То есть она должна быть все-таки крепкой, а не тоненькой. Вот, потому что нам приходится проволакивать грузик по, возможно, таким экстремальным местам, там, с ракушечником, чтобы на забросе и в момент волочения не так она травмировалась, да? То есть она имела повышенную разрывную нагрузку. И я использую специальный маркерный грузик. Такой шипастый, похожий на мину. Вот эти грузики, например, делает российская компания «Макаров». Кстати, с этой компанией я буквально недавно сделал свою авторскую кормушку. Вес грузика для данного места – это 80 граммов. Промеряться я буду новым бланком от торговой марки «Брискала». Это потрясающий фидер бюджетного уровня. В длине 3 метра 94 сантиметра.
с тестом 105 граммов, называется Брискала Флинт. Об этих удочках я еще сегодня расскажу чуть позже, потому что я буду им сегодня активно ловить, он мне очень нравится. Это, думаю, новинка 2016 года, порадует огромное количество ценителей фидера и тех людей, которые любят рыбалку доступную, то есть рыбалку бюджетную. То есть это бюджетная модель Бланка, но обладающая такими же качествами, как и топовые модели. Просто сделана немножко из более дешевого графита, то есть не такой он модульный. Этой удочкой я люблю закармливаться, этой удочкой я люблю промеряться. И самое главное, этой удочкой я люблю ловить большую рыбу, потому что она невероятно прочная. Итак, как я уже говорил, нужно найти перспективную точку под водой. В моем случае это бровка, то есть мне нужно было найти гребень бровки, свал и нижнюю точку ямы. Конечно же, огромная русловая яма, мне кажется, здесь находится на расстоянии недоступного для меня в броске, то есть за 100 метров. Но какая-то маленькая бровочка, какая-то маленькая неровность в рельефе дна считывается на дистанции за 50 метров, где-то 53-54 метра. Как я это место нашел? Я сделал порядка 20 забросов по четким ориентирам на противоположном берегу. Да, кстати, хочу сказать такую вещь, что на таком широком водоеме, где ширина, наверное, более чем 1,5 километра, очень сложно найти ориентиры, особенно таким слепым практически людям, как я. И поэтому все, на что мне приходится ориентироваться, это на какие-то светлые пятна. Вот мне удалось сегодня, слава богу, погода позволяет, найти два очертания двух зданий беленьких, которые находятся вблизи друг от друга, с такими красными крышами. И вот эти вот две полосочки для меня основной ориентир. Почему важно иметь ориентиры на противоположном берегу? Ориентиры – это то направление в забросе, которое будет на ближайший день у вас в течение вашей рыбалки. Фидерной ловли нельзя кидать неметко, нельзя кидать абы куда. Нужно кидать максимально точно, особенно в ловле трофейной рыбы. Особенно на реке, потому что на реке самая большая опасность – это растаскивать кормовую линию. А если делать заброс хаотично, с упреждением 15-20 метров вправо-влево, может привести к тому, что рыба просто не найдет вашей насадки. Вот. То есть я нашел четкие ориентиры, сделал порядка 20 забросов и методом волочения вычислил бровку. Сейчас я вам ее покажу. Бровка считывается таким образом, что грузик застревает на ее гребне. То есть вы его волочите, и он просто застревает. И ощущение во время волочения, что грузик просто как будто заперся где-то, спрятался. Да? Далее нужно посмотреть, способны ли вы в момент того, как грузик заперся в этой бровке, вытащить его оттуда. Поэтому нужно сделать как бы резкое движение, посмотреть. Ого, у меня все случилось. Мой грузик вышел. Надо еще сделать проверочный заброс, посмотреть, выйдет ли он вновь. Могу сказать, что нельзя ловить в том месте, даже если оно внешний взгляд и вообще по ощущениям перспективно, если вы оттуда не сможете потом в будущем вытаскивать свои рабочие кормушки на оснастке там, с поводком с рыбой. Потому что бровка может быть интересной, бровка может быть вот такой вот прям реально местом, где на свале стоит рыба, но грузик вы оттуда или кормушку не вытащите. Значит, там ловить нельзя. Сейчас я еще раз попробую сделать протяжку и посмотреть, выходит ли это. Вот бровка, вот удочка там застряла, вот я ее пытаюсь натягивать. Грузик запирается. Теперь я беру, поднимаю бланк, делаю движение. Оп! С натяжечкой, но выходит. Бровку мы нашли. Сейчас я заброшу туда
и посчитаю глубину, именно посчитаю ее каким образом? Посчитаю методом счета. Точно сказать, какая там глубина, ну, я не смогу, плюс-минус. Но теперь мне нужно найти место, на котором я буду ловить. Ловить на самой бровке я не буду, мне нужен свал. Бровочка найдена, отпущу несколько метров вниз, уйду на свал. Сейчас я возьму, вымотаю снасть, заброшу и посмотрю, насколько свал крутой, обрывистый или он плавный. Мне нужен плавный свал. Вот под таким практически там 15-градусным углом. Все дело в том, что рыбе очень удобно кормиться со свала. Ей не нужно особо прикладывать усилий. Кормиться со свала, имеющего острый угол, сложно. Да и корм здесь не будет никаким образом, естественным образом, да, там, залипать или приплывать, да. То есть нужно, рыба способна кормиться вот с таких вот практически пологих, практически таких вот плавненьких свалов. Она тогда усилий особо и не прикладывает, ей не нужно копаться, рыскать. Ей просто подплыла к точке, слезала корм и поплыла дальше. То есть если кормушка моя будет падать, поводок будет падать вниз, то корм будет просто выстилаться по свалу и частично, конечно, падать вниз. Ну, в этом нет ничего страшного. Важное, чтобы заставить рыбу кушать на свале. Ловить в нижней точке я бы, конечно, не стал. Там слишком глубоко, и мне она недоступна. Но вот на свале я ловить могу. Я сейчас попытаюсь понять, какая глубина на самой бровке, то есть по счету, найду понимание глубины, а делаю следующим образом. Я делаю заброс и в быстром темпе считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Например, да, у меня вершинка отыграла. Значит, у меня, например, на бровке счет 20. Потом я спускаюсь вниз и смотрю. Там должен быть счет чуть больше. Дальше спускаюсь вниз. То есть отпускаю 2-3 метра лески. Опять считаю. И мне нужно найти равнозначную глубину на расстоянии порядка 10 метров. То есть я буду, нахожу бровку по счету, это должно быть ровный счет, и нахожу на расстоянии 10 метров по счету с одинаковым счетом отрезок. Выбираю золотую середину и там останавливаюсь. Сейчас я вам это продемонстрирую. Конечно, на камеру это сделать не совсем просто, но я просто хотя бы попробую это сделать, чтобы вы поняли идею, которую я вам хочу донести. А моя идея — ловите на свале, а не ловите в самой нижней точке ямы, если речь идет о ловле такой рыбы, как лещ, в конце лета. Итак, забрасываю в очередной раз и считаю. Оп! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. То есть получается 32. Это уже я ушел глубоко. Теперь я делаю 3 оборота. Потому что я знаю, что 3 оборота — это 3 метра. За один оборот у меня катушка сматывает 1 метр. 3 оборота. 1, 2, 3. Значит, да? Сейчас нам нужно найти отметку хотя бы 28 или... И эта отметка должна быть у нас на расстоянии хотя бы 10 метров или 5. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2... Тоже 32. Не годи... То есть одинаковое расстояние. Тут 32, тут 32. Уже хорошо, уже интересно. Давайте еще дальше попробуем. 1, 2, 3. Уматываем.
и 3 метра протащили вперед. Сейчас мы уже дойдем до нашей бровочки. Заброс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3. Ну, здесь не 3, все равно здесь 2. То есть расстояние от первой до третьей точки почти что 6 метров. И на этом участке у нас грузик падает на 32 счет. Это место все свал. Сейчас, потому что вот будет бровка как раз. На бровке, на ее гребне. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, вот, вот гребень, вот, застрял, показываю, застрял, видите, на ее гребне, вот, видите, грузик прям застрял под ней, там я ловить бы не хотел, но я вам покажу, что здесь глубина меньше, чем 32 счет, то есть здесь глубина будет порядка, наверное, там счет 28 или 29. Продемонстрирую. Сейчас я немножко отпущу, чтобы попасть именно на эту бровку. То есть принцип и концепция работы такая. Вы находите бровку, уходите туда на свал и находите на расстоянии от 6 до 10 метров участок с одинаковой глубиной на свале. И выбираете одно из этих мест. Потому что получается, если 32, то есть свал очень медленный. То есть в расстоянии 3 метра, это практически длина удилища, у нас одинаковая глубина. И вот такой небольшой угол 10 градусов. И здесь вот рыбе будет очень комфортно кормиться. Давайте демонстрирую вам глубину. Ну и такое бывает. Демонстрирую вам глубину на бровке. И пора уже, наверное, приступать к тому, чтобы выставлять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27, как я вам и сказал. То есть мы имеем счет 27 на самой бровке. Потом идет свал. 32, 32, 32. А там, наверное, будет счет 30, может быть, там 8. Поэтому мы снимаем клипсу. Точки на бровке, делаем заброс, снимаем еще одну клипсу, и вот теперь место, где мы будем ловить. То есть мы будем ловить не в начале свала, а как бы в середине. Если вдруг в процессе рыбалки с этого места рыба не будет ловиться, тогда я буду просто уходить ниже. Ниже спускаться всегда лучше, потому что корм, по идее, он должен сваливаться туда. Но я думаю, что рыба все равно будет ловиться вот с этой точки, а вниз уходить — это дело такое, уже в процессе можно принять это решение или не принять. Вот. Сейчас еще раз демонстрирую счет 32 и выставляем эту дистанцию на наши рабочие уровни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 31, 32. Давай. Ну что, точка найдена. Теперь нужно эту дистанцию переложить на другие свои рабочие удилища. Покажу, как я это сделаю. А делаю это следующим образом. Я отстегиваю грузик, ставлю сюда кормушку. Дистанция у меня зафиксирована на клипсе в катушке. И я должен посчитать количество оборотов.
до этой точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Мы еще добавили воды для того, чтобы корм еще впитал. Реально, данный состав пьет очень много. Кстати, один из важнейших аргументов в сторону качественных прикормок совершенно любых производителей таков, что хорошие корма, если они сделаны из высококачественного панировочного сухаря, если в них есть реальный бисквит, а не отруби, да, то корм очень здорово пьет воду. Это опять же, в очередной раз повторяюсь, много где говорю, что это показатель качества. То, что 2 килограмма смеси выпили почти литр воды, это показатель высокого качества прикорма. То есть прикормки Дунаев практически все без исключения такие. То есть чем круче прикормка, тем больше она поет. Вот такая прикормка, любящая попить. Ну что, корм готов. Он стал такой вот тяжелый, но тут еще не совсем правильно распределилась вода. И для того, чтобы корм довести до идеальной консистенции, нужно его просто просеять, придать ему воздушности, распределить правильно кислород, разбить все неровности в частичках, и таким кормом можно будет уже ловить. Как я это делаю, сейчас я вам продемонстрирую. Вообще, обычно я использую там сито в диаметре 6-5 мм. Вот сегодня вот у меня 6-миллиметровое сито. Его будет достаточно. Более мелкие ситы я использую тогда, когда мне нужно работать с максимально мелкой фракцией. Здесь хоть и мелкая фракция в корме, и такого сита будет достаточно. Пересыпаю и аккуратненько просеиваю. Прикормка такая получилась серенькая, не землистая, то есть не такая уж прям черная. Серая, похожая как раз на цвет дна. Вот она. Класс. Пахнет она так изумительно. Сложно, конечно, вам в камеру передать все это, но мне это нравится. Вообще, я считаю, что, опять же, еще раз повторяюсь, что корм должен нравиться рыболову. Если корм не нравится, если он раздражает как-то запах, если есть какие-то сомнения, какое-то чувство, воняет, вот если такое хотя бы чуть-чуть чувство где-то в голове есть, таким кормом ловить нельзя. Просто получается, эта энергетика, она вкладывается вами в то явство, которое вы будете рыбе готовить. А представляете, с таким кормом контактировать в течение нескольких часов? Конечно, это немножко нецензурно звучит, но блевотиной ловить нельзя. То есть ловить нужно только вкусными вещами, вещами, в которые вы верите, которые вам нравятся. Поэтому, если вы даже покупаете какой-то корм, то вы понюхайте его даже сначала, да? Чтобы я вам не рекомендовал или другие рыболовы, старайтесь понюхать корм в момент покупки. У хороших прикормок есть сзади такие технические дырочки, как вот есть у всех кормов Дунаев. Принюхайтесь. Если вот вам эстетически нравится, только в этом случае ловите. Я просто суеверный человек. Человек, который все равно считает, что в процессе готовки прикормок есть какая-то магия, что ли, или какой-то, святой какой-то процесс алхимический, да, и если вот это все как-то в момент раздражения, еда не будет вкусной. Это как у поваров, да, то есть если повар готовит пищу, а она ему самому не нравится, но она будет реально невкусной для людей. Так же и здесь, в рыбалке. Корм должен нравиться рыбаку, тогда он будет нравиться рыбам. Смотрите, какая она получилась. Ох, какая тяжеленькая. Вон какая воздушная, частичка к частичке, все равномерно, все вкусненько, все здорово, но при этом лепится комок, и комок такой субстанциальный, такой серьезный. То есть, значит, эта прикормка будет хорошо лежать. Прикормка напилась воды, раскрыла свои ароматные свойства. Пора ее сыпать рыбам. Конечно же, еще пора до конца разобрать свое снаряжение.